Так, это Луна, 24 августа 2021 год, Харьков, 21:53 по Киеву, Харькова. Ну, наверное, вот так. Это я про резкость. Линия вечернего терминатора. К сожалению, все-таки образовались у нас облачка. Да, на линии терминатора, где соприкасается свет и тень на Луне, очень классно рельеф видно. Очень хочется резкость улучшить. Но, к сожалению, наверное, эта облачность уже просто не дает нам. Все увидеть более четко. Так что будем смотреть так. Довольно низкая еще Луна над горизонтом. Видно, что плывет все в земной атмосфере. То есть, когда в зените Луна, все-таки колебания эти меньше. А тут восходящие потоки воздуха от земли. Ну да, там облака уже капитальные накапливаются. Три кратера каких, как в этом, кокосе, три точки, кратер с пиптиком. Да, Юпитер уже совсем за облаками. Ну, по-моему, весьма неплохо. Да, уже облака закрывают. Прекрасно, прекрасно. Хороший подарочек природа к Дню Независимости дала. Поснимать нам. О, кратер Платон. Ты посмотри, какой он узнаваемый. Просто четко круглый. 100 километров. Вот сейчас можно иметь представление, насколько увеличивает фотоаппарат. 100 километров вот этот кругляшок прямо посередине экрана. Кратер Платон. А сейчас тогда у нас должен ползти в кадр Аристарх, кратер Аристарх. Ждем. Ждем. А вот и Аристарх, да, это же он. Нет, вот он. Па-ба-ба-бам, беленький. По кратеру Аристарх расстояние диаметра не померяем. Можем померить возраст. 60 миллионов лет кратеру Аристарх.
Да, но уже совсем облачность очевидна. Дымка. Он проплывает облака прям по луне. А мы там рассматриваем что-то. Ой, красавица ты моя. Ну хорошо, давай покажу. Все-таки. Уж как есть. Вот это фонарь на Салтовском депо. В кадр попал так рядом от луны. Настолько. Покажу, как есть. Даже сквозь облачность Юпитер. Может быть, попаду в Сатурн. Ну вот он наш красавец. Не знаю, в окуляр я вижу спутники, вы их вряд ли видите. Да и экваториальные полосы вряд ли вам видно. Вообще непонятно, что вы смотрите. Ничего же не видно. Хорошо. Сейчас попробую в Сатурн, но в маня попасть. И так его при таких настройках светочувствительности не видать. А тут еще и облачность. А вот он попал, ты представляешь? Ох, ну совсем мутненько, да? Даже не то, что мутненько, а темненько. 1 347 000 000 километров до Сатурна. 600 000 000 километров было до Юпитера. Все, ребят. Сейчас вернусь традиционно к Луне. Ну там уже совсем-совсем все плохо. В смысле облаков, конечно. Так-то там все. С экологией там. С политиками все прекрасно. Ну пускай будет так. 22.02 по Киеву в Харькове, 24 августа 2021 год, с 30-летием независимости Украины, украинца.